Hello. Всем привет, вы на моем канале, и сегодня я уже еду в Мюнхен. Прямо в Макдональдсе, что можно покушать. Ну да, в таком автомате. Нам уже принесли, да, папа? Да. Я себе заказала Happy Meal, точно. Фруктовый салат. У меня львенок попался. У меня там картошка фри и какой-то чикенбургер, потому что тут можно выбирать из разного. Мы с Женей сели на улицу за столик, и я себе макфлури. Это какой-то макфлури, кумету, химбер. Это на немецком малина. И там, короче, вафлика, малина и какой-то шоколад. Мы уже переехали границу в Германию. Смотрите, как здесь красиво. А еще тут стоит моя любимая Жеся. Люблю тебя, Жеся. Я тебя тоже очень люблю. Ливень не шел. А сейчас он просто ливанул. Вот. Пришли с заправки, и я решила вам показать, как тут тоже. Мы уже приехали в наш отель. Сейчас я вам его полностью покажу. Наш номер. Прямо получается как бы спальня. Тут диван уже разобранный. Столик. Тут кровать. Здесь ванная. Большой-большой душ. Здесь я. Мы сейчас идем гулять. Мы в Мюнхене! Представляете, в Мюнхене! Идем гулять по городу. Ходим в метро сейчас. Вроде как здесь по сравнению с Киевом очень много веток, и мы не знаем, как тут разбираться. Смотрите, это карта. Все хорошо, вы разбираетесь. Как, вот как мы тут разберемся? Это пимпочка, это мы сейчас, нам нужно куда-то туда. В общем, я ничего не знаю. Пытаемся купить билеты, но слава богу, что здесь есть русский язык на русском. Мы пытаемся разобраться, как вот этим все пользоваться. Это мой личный билетик, потому что мне будет от 6 до 14 лет. Туда и обратно мы купили два билетика. Это... А Женя, Литла, она должна брать, конечно же, взрослые. А мне детские. Сколько практически на чем не отличается. Тут такого написано King. It's mine. Так много веток, что мы даже не знаем, куда нам идти и не потеряться. Пытаемся найти уже. Это кажется, все в Мюнхе. Как они здесь ездят просто как? Не готовы к такому метро, потому что слишком много веток. Вот тут еще надо было печать поставить. Мы уже едем, оказалось, что все тут гораздо громче и слышно, как он едет. Но чем в Киеве тут гораздо чище. Мы уже сейчас спускаемся с эскалатора. Мы уже выходим сейчас на улицу на эскалаторе. Да, выходим, потому что мы приехали. Красивое здание вдалеке. Вот что называется Европа. Да, все веники. Мы сейчас сидим в очень знаменитом пивбаре, который называется Hofbrauhaus. Тут 4000 посадочных мест. Вот схема всего здания. Тут 3 этажа, куда можно сесть. А еще мы купили вот такую штучку. Я без носа. Это левочка. О, все. Почему-то огромные порции. И вот мне принесли цыпленочка с картошечкой. Папа вообще очень крутая. Что это у тебя, папа? У меня свиная нога. Свиная нога. У моей мамы шницы, а у Жени кровь. То же самое, что и у меня. И салатик еще. Смотрите, как тут круто стены разрисовали. Guten Morgen!
Уже наступил следующий день. У Саши соскочил носок. Мы спускались с эскалатора, и наш поезд буквально только-только-только что уехал. О, уже 8. Вот самая верхняя, это наш. Садимся внутрь. Мы сейчас будем ехать. Пока. Ой, смотрите, это главная площадь. Папа, тебе здесь нравится? Супер. Так вот называется наша кафешка, в которой мы будем завтракать. Вот такой вот у меня завтрак. Женя уже подъела чуть-чуть, но у Жени вот такой вот завтрак. У меня очень липкие руки, я пошла к фонтанчику. Такая чистая вода, ты видишь? Сейчас я еще монетку брошу. Я, наверное, гроши брошу. Это копейки из Польши, если кто не знает. Давай 5. Почему тут все обклеено в честь Майкла Джексона? Но я не знаю, это просто памятник, и тут все фотки это Майкла Джексона. So let's raise a bar and our cups to the stars. Сначала подумала, что это настоящее. Женя, ты хочешь мороженое? Да, хочу. Сейчас пойдем есть мороженое. С грушей. А у меня беленький йогурт, а нижняя это ежевика. Это же ежевика нижненькая. Да. Не, все очень вкусное мороженое. Да. Очень прикольно сидят люди. Ты не бросаешь денежки, и вот еще золотой. Кроссовки. Они очень крутые, мне понравились. Я сначала хотела синие, но моего размера нет. И эти тоже крутые. Буду в них в школу ходить. Класс. Вот это уже театр. Мы сидим в кафе, который называется Spaten House. Я вам покажу. Картошечку. Женя тоже кушает слайсы. А папа, что ты ешь? Это говядина. Говядина. И картошечку. И картошечку. Что ты еще знаешь, чувак? Куда мы сейчас идем, Женя, ты знаешь? В рок-шоп покупать, Саша. В рок-шоп, да. Это как хард-рок кафе, только так магазин, покупать мне значок. Первый я купила в Кракове и будет в Мюнхене теперь у меня. А ну что, стой! Фигурки вон двигаются. Почему-то очень много людей. Мы только вышли из станции. Это, наверное, что связано с детьми, потому что их тут очень много. Женя, а что ты только что прочитала? Я прочитала, что это благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями. Тут еще очень много машин полицейских. Скорее всего, потому что тут какой-то местный футбольный матч, я еще не понимаю. Да. Кто не знает, на немецком единорог будет вот так вот. Мы идем уже в номер сами.
Наши родители только что были в супермаркете, и они принесли нам столько всяких вкусняшек. То, что больше всего мне понравилось, это тут 8 упаковочек разных хлопья в одной такой. Еще тут есть сыр, который вырезан такими вот мышками. Клубничные макароны, это ж круто, 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 круто. Конфетки. Спасибо, папа. На этом я буду заканчивать свой влог в Мюнхене. А вы не забудьте подписаться на мой канал, поскольку дальше все будет гораздо интереснее. Всем пока, до новых видео. Пока.